вот коин ты покупать, это да, это можно. Как бы коин ты вот здесь приобретать себе, коли Россия запретила, блядь, коин ты приобретать в Апексе через, ну или типа через Апекс, ну как раньше приобретали прямо через игру Апекс. Вот здесь коин ты да, можно покупать за такие деньги. Ну, на 1000 монет за... Не богачи тебе могут там, конечно, позволить большую... Больший объем, типа. Больший объем. Ну, вон там вот на 4, тут сколько, 6000 коинов за 4, за 4000, это богаче считается. Или гиперспортсмены, да, себе могут там позволить. Им не жалко деньги, они же всю жизнь типа ебутся на этом, только зарабатывают, сидят дома, больше нихуя не делают. Это гиперспортсмены, они себе, да, могут там покупать за 3000, и мне очень свои деньги жалко, я себе кишки рвал, и, ну, как бы, они жрут. Ну, это гиперспортсменам мешать. А нам, игрокам простым, которые, ну, там, типа стример, как я, игрок, гейм стриминг, как это называется, вот. Себе, конечно, за 1000, может, я себе могу купить, да. Вполне. На 1000 коинов. Почему бы нет? На 1000 коинов, да, себе могу приосвоить за 900 рублей. Когда работу найду в ёбаном Ярославле. Да-да. А пока что мне только на игры хватает, на релизы, которых я хочу геймплей посмотреть. Прямо, ну, очень сильно. Так что пока что коин я себе не могу купить. Но вот то, что здесь продают, что Россия запретила покупать в России как бы коин, и этого я считаю бред Российской ёбаной Федерации. Вот. То да. Я себе могу. За это уже дорого, но тут можно, если там денег тебе много ебется на работе, такие коины я бы тоже себе позволил. Ну, то, что я стример, да, я бы себе такие купил коины за столько денег. А вот это уже дед, это уже либо миллионеры, либо гиперспортсмены.